Водные просторы, камышовые берега и зеленые поля, озера и пруды, полные рыбы. Все это рыбхоз Незавертайловский. Рыбная ферма, расположенная между селами Красное и Коротное, занимает более 300 гектаров. Из них больше 270 – вода. Водится здесь более десятка видов рыбы. Это и сом канальный, он же европейский, карась и подлещик, а еще белый и черный амур, толстолобик и карп. Есть и специально выведенный селекционный карп со звучным названием Незавертайловский. Рыбхоз обеспечивает работой около 40 человек, а население исключительно живой рыбой. Прямо с машины можно купить живого толстолоба, например, или карпа. Рыбхоз вообще создан в 1962 году, это старый рыбхоз, один из самых больших рыбхозов был. Он вообще был предназначен для Курчурганского водохранилища. Построен был здесь питомник и инкубаторный цех для того, чтобы зарабатывать Курчурганское водохранилище. Но со временем решили растись немного и начали выращивать товарную рыбу. Это уникальное предприятие, оно многосистемное. Все есть здесь, и инкубатор, и пруды для выращивания малька и пруды для выращивания товарной рыбы. Команда у нас хорошая, специалисты есть. Грех жаловаться. Да, конечно, молодежь не идет учиться, это плохо. Но есть ребята, которые молодые, работают бригадира, начальник участка, которые тянутся в работу, они знают уже работу, мы их учим. Делаем аттестацию им, потому что надо аттестировать людей, надо им объяснять, как обращаться с рыбой. Надо ее аккуратненько взять, все. Не побить ее, не ударить. Особенно самочку взял аккуратненько, потому что если ударил самку, она сразу тромбоз появляется, и она не даст тебе икру. И ты просто выращиваешь только бычка. Рыбхоз в состоянии произвести до 100 миллионов личинок, только продавать некому, рассказывает фермер с 20-летним опытом работы. Питомник имеет 60 гектаров. В питомнике выращивается производительная группа. Там по группам рыба идет. Конечно, мы могли бы зарыбить почти всю Молдову и юг Украины. Раньше вся Молдова и юг Украины брали у нас личинку, именно в советское время. Ну, сейчас и поломались и таможни, эпидемии, ну и все связи практически пропали, утрачены, да. Жаль, конечно, что люди бы хотели приехать брать, но таможенные барьеры. В хозяйстве, кроме основного питомника, насчитывается порядка 4 десятков прудов. В одном водоеме рыбу уже изловили и пруд осушают, а рядом идет отлов белого толстолобика. Серебристая чешуя представителя семейства карповых – главная отличительная черта обитателя нагульного пруда, защищенного от сильного течения и хорошо прогреваемого солнцем. Белый толстолобик питается фитопланктоном, мельчайшим водорослями зеленого цвета. Благодаря этому рыба считается хорошим мелиоратором водоемов. А в рационе питания человека эта рыба пополняет белковые и минеральные запасы и рекомендуется современными диетологами. Это у нас остался сейчас толстолобик немного, мы его реализуем. Цена его невысокая, 22 рубля килограмм. Рыба очень полезная, вкусная. И мы уже закончим с 24 августа. Мы уже начнем вылавливать свежую рыбу. И смогут наши покупатели уже приобретать красивого карпа, красивого амура, покрупнее толстолобика, как хотят наши покупатели. Наша продукция вся расходится на нашем рынке, на Приднестровском. Люди очень довольны нашей рыбой. Поэтому мы стараемся выращивать для людей продукцию. Полносистемный производственный процесс от икринки до товарного сбыта живой рыбы позволяет на сегодняшний день выращивать порядка 200 тонн. Прудов-то много, около 40 прудов, но они есть маленькие, которые имеют и 20 соток, и пол гектара. Самый большой 170 гектаров. Это пруд, где выращивается товарная рыба. Эти все пруды работают на один пруд. 2-3 пруда выращивают сигалеток, 2-3 пруда выращивают двухлеток, остальные пруды трехлеток выращивают, а потом мы уже четырехлеток выращиваем в основном пруду. Это очень титанический труд, чтобы его вырастить, пересаживать надо на зимовку, потому что в большом озере оставишь, она или поворует, или сдохнет, потому что там не уследишь.
Так мы в эти зимовалые пруды садим двухлеток, трехлеток, товарную рыбу. А потом весной опять пересаживаем, осенью опять ловим, опять сортируем. И вот так, такая работа, что же делать. Меня спрашивают, а когда будешь отдыхать? Я говорю, зимой. А ты же зимой тоже работаешь. Да, летом. А летом тоже работаем. Это же ферма, водяная ферма. А здесь надо быть круглые сутки на ногах. Я в 4 часа встаю, ухожу на работу. Целый день я работаю. Я не устаю от работы. Я устаю только где-то от какой-то, каких-то препонов, от каких-то неприятностей. Вот это я устаю. А от работы я не устаю. Я просто работаю в удовольствие, работаю, потому что это мне нравится. Работа на рыбной ферме, как и на любой другой в сельском хозяйстве, есть круглый год. Больше ее объем приходится на осень. Работники в основном занимаются выловом рыбы и ежедневным кормлением. Рыбхоз живет за счет естественной кормовой базы. Также на ферме выращивают специальный корм для обитателей всех прудов. Стараемся, чтобы рыба не болела, чтобы не было потерь. Потому что если рыба больная или худая, а худая почему? Если не кормишь. Ну, рыбу мы стараемся кормить. Каждый день кормим рыбу. Корма все натуральные. Мы кормим пшеницей, ячменем, кукурузой, отходами подсолнуха. Это все перемалывается, замачивается определенные часы и отдается рыбе на кормление. Для того, чтобы вырасти килограмм полезного, хорошего карпа, надо потратить 5 килограмм корма. Ну, мы стараемся, конечно, в этих нормах входить. Стараемся, чтобы рыба имела и товарный вид, и вкусовые качества кормления. Кормовой базы хватает для всех. Мы еще кормим дробленой травой. Я имею в виду люцерку посеяли мы. Эту люцерку косим и скашиваем и отдаем в водоем. Это самое излюбленное питание для амура. Для того, чтобы вырасти килограмм амура, он должен съесть 29 килограмм зеленой массы. В рыбном деле, как в принципе вообще в сельском хозяйстве, существует множество рисков. И если их не устранять, либо сводить к минимуму, то можно остаться без урожая. Если пруд осушил и его не прикультивировал или перепахал, и не обработал, это ты бесполезную работу сделал. Это равносильно все, что аграрии посеяли помидоры, примером, полили, они не спрашивали их. То же самое здесь. И поэтому мы стараемся к осени обработать пруды, которые мы на летовании оставляем. Мы обрабатываем их, потом обрабатываем их негашенной известью и берега обрабатываем хлоркой. Заливаем водой, и рыба заходит как в новый дом, свежий. Тогда она и чувствует себя хорошо, и она зимует легче, потому что у нее там постоянная свежесть. Риски были очень большие, когда я начал работать, и у нас погибало по 15-20 тонн рыбы. Мы начали обрабатывать рыбу при посадке и при отлове. Мы обрабатываем в 5% растворе соли. Можем тогда добавить еще марганцовки немного. Когда перевозим рыбу, мы обрабатываем в бочках. И когда мы ее пересаживаем, рыбу, мы всю рыбу пересаживаем, специальные у нас емкости есть, коляски специальные, и мы опускаем рыбу на 5 минут. Почему с моря рыба поднимается, с реки уходит в море раз в год, и она делает сама себе профилактику эту. Поэтому мы эту профилактику делаем, у нас практически за последние 5 лет минимизировался падеж рыбы. Падеж рыбы из-за чего? Из-за того, что пруды заиленные, из-за того, что солнце прогревается сильно, вода, выступает туда сероводород, кислород падает до нуля, и тогда можешь потерять все поголовье. Поэтому мы стараемся, чтобы в каждое утро делаем анализ воды. Мы проверяем воду, лично я проверяю воду, или сын мой проверяет. Проверяем, у нас есть специальное оборудование электронное, мы проверяем воду, чтобы был кислород вовремя нормальный, чтобы было, pH был хороший. Температура воды смотрим какая. Если температура воды выше 25 градусов в озере, то можешь иметь гибель, потому что рыба уже не выдерживает высшую температуру. Она уже как варится в воде. Поэтому, если надо, включаем насосные станции, подаем поток воды холодной. Ищем все пути, чтобы минимизировать, значит, падеж рыбы. Потому что это ущерб для предприятия. Это, кстати, похоронить 20 тонн рыбы. Это деньги, которые не поступают.
копят ни зарплату людям, ни какие-то премиальные, ни отчисления налогов. Потому что мы стараемся не быть должны ни перед людьми, ни перед государством. Да, конечно, цены нас убивают, топливо, энергия дорогая. Мы ищем альтернативные выходы с закачкой воды. Сейчас мы вообще другую систему хотим делаем сейчас, чем поменьше тратить энергии. Надо делать дноуглубительные работы, убирать ил. Это очень дорогое удовольствие. Для этого есть у нас техника. Поменять гидросооружение, которое выходит из строя очень быстро, потому что вода и агрессивная среда, и она выходит из строя. Вообще хозяйство очень энергоемкое. Фермер целенаправленно вкладывает в предприятие немалые средства не только для минимизации существующих рисков, а среди них еще и браконьерство и птицы, которые наносят урон хозяйству, но при этом приводя его в состояние, соответствующее современным требованиям и условиям. Браконьеров теперь отпугивают многочисленные камеры видеослежения и тепловизоры, а птицу отпугивают специальной техникой, которую закупили в Голландии. Да, есть падеж, не без этого. Есть где-то ударилась рыба, где-то, не знаю, птица выколола глаз, потому что самый большой враг для нас это птица. Это баклан. Он столько поедает рыбы, он поедает в день до 3-4 килограмм рыбы. Это самый большой браконьер. Поэтому мы купили пушки специальные, газовые пушки, которые стоят и отпугивают птицу. Ну, есть выходы. Нет безвыходной ситуации, говорят. Если даже вас лев съел, есть один выход. Так и здесь. Василию Степановичу не откажешь в чувстве юмора и в творческой жилке. Несколько лет назад он привез из Японии несколько самцов и самок карпа куи. Эта красивая рыба цвета красного золота теперь плавает в Незавертайловских прудах. Фермер провел свою селекцию. Скрестил кои с местным карпом. Получился интересный экземпляр, блестящий и полурыжий. Мы его размножаем. Его что тяжело выращивать, потому что его птица видит. Он красный, желтый, рябой. Он сейчас имеет у нас килограмм 5-4. Красивый карп. Мы все-таки надеемся в дальнейшем. У нас есть заказы. Надеемся, что мы будем его выращивать, в инкубатории выводить. Мы занимаемся большой селекцией. Мы селекционируем, выводим новые виды карпа, которые, чтобы был более продуктивный, более интересный. Мы сейчас выращиваем карп практически голый. Есть голый карп, есть рамчатый, есть зеркальный. Но мы скрестили, получили из 3-4 видов карпа в течение 5 лет. И мы получили, в этом году уже будет в торговле, очень красивый карп. У нас немного черного амура есть. Он сейчас в группе производителей выращивается. Думаю, что в будущем будет и у нас и черный амур. Это уникальная рыба, которая она практически уничтожает улитку, которая находится, является переносчиком болезней, улитка водяная. А черный амур поедает эту улитку. И тогда может, потому что есть болезнь дипластомоз на белом толстолобе. Эта болезнь только из-за той улитки, она переносчик болезней. А приносит эту болезнь цапля. Неукоснительный принцип Незавертайловского рыбхоза – это исключительно живая рыба, которую они предлагают и реализуют населению. Как отметил фермер, к сожалению, рынки сегодня переполнены привозной рыбой, которая при перевозке засыпает, и ее уже нельзя назвать живой. Люди спрашивают нас, люди ищут нас, где мы торгуем рыбой, потому что люди, которые поели у нас рыбы, он купил на рынке дохлую. Понимаете, люди не могут понять одно – почему курица умерла, и мы ее утилизируем? А почему мы должны рыбу кушать дохлую? Нельзя кушать дохлую рыбу. Понимаете, в дохлой рыбе вырабатывается яд гистамин. Он имеет форму накопления в организме человека. Поросенок, если умер, мы же его не кушаем. Или корова, или бычок. Мы же утилизируем, закапываем. А рыбу кушают дохлую почему-то люди. Не должно быть так. Мы вообще стараемся, чтобы наши люди имели хороший продукт на столе, чтобы они чувствовали, что они съели кусочек рыбы. Не просто кусок рыбы, а кусочек хорошей рыбы. И я бы хотел, чтобы наши люди
задумались над тем, чтобы они покупали именно живую рыбу. На базаре у нас, где бы вы ни купили, она должна дрыгаться, она должна быть живая. А кушать мертвую рыбу нехорошо. Acest material este realizat cu susținerea financiară a Uniunii Europene în cadrul programului UE Măsuri de promovare a încrederii implementat de PNUD. Opiniile expuse aici nu reflectă în niciun caz poziția oficială a UE și PNUD.